Сегодня у нас в обзоре и распаковке автомобильный пылесос фирмы Airline, модель Циклон-2, VCA-02 или VCA-02. Вот он. Ссылки на данный девайс и не только я оставлю в описании под этим видео. Для начала осмотрим саму коробку упаковочную. Коробка, в принципе, красивая, не мятая, ничего. Я уже приоткрывал ее, так что это, в принципе, нормально, то, что вот эта вот щель есть. Надрывов у коробки тоже никаких нету, все хорошо, порезов нету. Единственное, что я заметил, сейчас я вам покажу, надпись одну. Написано «Работа о сети». Не от сети, а «Работа о сети». Вот здесь вот. Деформации никакой нет у коробки, так что в целом все хорошо. Так, что у нас тут написано? Максимальная мощность 150 ватт. Я скажу, это достаточно очень неплохо. Пылесборник 0,5 литра. Это тоже достаточно такой большой пылесборник, не маленький. Нейрофильтр. Это очень хорошая штука. Это, допустим, вы пылесосите, и из пылесоса сзади выдувает воздух. Вот этот вот нейрофильтр, он защищает, чтобы вы не вдыхали частички мелкие. И написано плюс 4 насадки. Плюс 4, а я почему-то думал 3. Окей, ладно. Посмотрим. Так, ладненько, что, давайте его открывать, смотреть, что у нас внутри. Это у нас паспорт, инструкция по эксплуатации. Все на русском написано, что очень удобно. Так, а еще нужен гарантийный талон. Мне сказали, что он будет внутри. Так, ладно. Паспорт пока мы сюда положим. Вот такой вот шланг для пылесоса. Пока я просто все достану. Сумка. Тоже мы ее потом рассмотрим. Сам аппарат. Насадки пошли. А это сменный фильтр, я так понял. Это еще одна насадка. И еще одна щеточка насадка тоже. Блин, интересный сменный фильтр. На корзинку такой похож. На этом, на рабочем столе корзина такая же. В Windows. Вот он, гарантийный талон. Если что, на сайте обращаться, я так понял. Вот здесь вот сайт есть. airline.su. Гарантийный срок 12 месяцев. Паспорт я уберу тоже в гарантийник. В принципе, пока коробку тоже уберу. Начнем мы, наверное, с сумки. Для хранения и переноски пылесоса. Единственный минус этой сумки, то что ручек у нее нету. Здесь типа вот шнурка вот такого есть, как бы. На крючок ты затянул и повесил. Далее шланг. Я думаю, с ним вообще будет удобно. Это куда-нибудь, если надо будет подлезть, насадку одеваешь сюда. Здесь вот с этой стороны пылесос подключишь. И залазишь в труднодоступные места. Фильтр сменный. Корзина. Из Windows. Вот эта вот насадка, это насадка-щетка. Вот следующая насадка с узким носиком. Последняя насадка с широким носиком такая вот. Плюс щеточка еще на ней. Далее достаем сам аппарат.
Выглядит достаточно очень красиво, кстати, скажу я вам. Прям нравится. Очень легкий, прям очень легкий. Я думаю, для девушек это прям вообще будет большой плюс. Включили, начали пылесосить. Работает он от прикуривателя. Написано, что длина шнура 4 метра. Сейчас мы его размотаем. И визуально я скажу, есть ли тут 4 метра. Да, тут 4 метра есть. На самом деле он очень длинный, да. Ага, вот эта вот кнопка, чтобы снимать контейнер. Нажимаем на кнопку, контейнер снимается. Мусор сам попадает вот сюда, вот. Контейнер для мусора. 500 миллилитров. Блин, ну на самом деле очень много. Я думаю, прям нормально так. Вот, кстати, фильтр. Вот он. Запасной. Крепится он, кстати, вот на винтике. На крестовые. Материал, я скажу вам, такой нормальный. Блин, крепкий, кстати, достаточно, не хлипкий. Кнопка включения, выключения. Далее, как собирать его обратно. Вставляем вот так вот. Кнопку нажимаем. Все, одели. Кому понравился вот этот вот коврик, вот здесь где-то сверху появится ссылочка на этот коврик, на обзор. Кому интересно, можете зайти, перейти, посмотреть. Шланг одевается сюда, а сюда надеваются насадки. Насадки вообще отлично прям садятся, и сам шланг сюда тоже отлично сел прям. Так, по поводу сумки я еще забыл вам сказать. Сейчас я покажу. То есть берем вот так вот сумку, раскрываем. Кладем сам аппарат сюда, пылесос. Сумку затягиваем. И все. В принципе, вот она готова. R-Line.